Привет, меня зовут Аня Шевцова, и вы на канале журнал «Киношника». Я не знаю, почему я не записала подводку к этим видео, когда мы были в самом процессе, поэтому я записываю сейчас. Мы делали тесты грима на улице с прекрасной актрисой Полиной Чернышовой. Эти тесты были нужны для того, чтобы понять, как в экстремальных условиях ведет ее кожа себя ведет. Господи! На ветру, в мороз, при какой-то очень активности. Но когда мы это делали, не было ни ветра, ни мороза, ни... Но активности были. Так что посмотрите. Холодно уже? Нет, нормально вообще. А надо, чтобы было холодно. Немного как бы хочется вот как-то что-то поделать, но все нормально. Снимаю. На память? Для Ютуба. Для Ютуба? Нам это не надо, нам надо, чтобы она пока сняла. Ну вот, всё, я побежала. Привет, люди! Под мечки. А это же на фоне этого. Вот на этом сером фоне. Полин, давай, все. Там снирается, у меня заболел бок. Все, отлично. Да, я посмотрю. Вот. Так даже лучше стало. Живой человек. Так даже лучше стало. Ну так, потому что до этого... Как у тебя пуды. Но мы не знаем, как будет там. Это, наверное, когда ты разгоряченный. Ты как бы краснеешь. А если мы там будем на одном месте, откуда мне разгоряченный быть? Нет, ну, в любом случае. Чуть-чуть и потом много тона. Нет, мы... Чуть-чуть и много тона. Без тона и чуть-чуть тона. Ну, почему чуть-чуть? Много тона не делаем. Вот это чуть-чуть. Мы же, вы же сами сказали, что типа это максимум. Нет. Нет, максимум... Ты у нас спрашивал, есть еще плотнее? Мы говорили, есть еще плотнее. Да, у нас это как бы легкий тон, такой легкий. Ну, можно сделать еще, просто мы не стали делать. На самом деле, самых кайфовых, когда вообще его нет, если честно. Тут вопрос, насколько мы хотим реализма, да? Дело в том, что вот этот тон, он виден. Я, например, его вижу, и мне его не хочется на боевом летчике. Всем огромное спасибо, что вы поддерживаете наш проект. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и что там еще эти прекрасные люди говорят.